глубокоуважаемые коллеги, гости, друзья. Я очень люблю свою работу, которая позволяет не только вселять надежду в исцеление наших больных, но и видеть друг друга, слушать, а главное слышать. Такой площадкой для нас стал вот уже традиционный второй Санкт-Петербургский онкологический форум, на котором будут освещены ключевые вопросы лекарственной терапии, хирургического лечения, лучевой терапии. Не менее важные вопросы реабилитации онкологических больных будут затронуты 24 июня. Особо хотела обратить ваше внимание на конференцию, касающуюся индивидуализации лекарственного лечения злокачественных опухолей. Конференция пройдет 23 июня. В рамках конференции выступят ведущие специалисты лекарственной терапии Европейской и Российской школы. Мы будем рады видеть вас на нашем форуме.